Общественники Югры предлагают запретить продажу алкоголя в населенных пунктах. Об этом сообщает портал «Югранау» со ссылкой на Департамент общественных и внешних связей. Общественные организации округа в очередной раз подняли вопрос о принятии дополнительных ограничений розничной продажи алкоголя вплоть до полного запрета реализации его в населенных пунктах. Реагируя на предложение югорчан, Департамент экономического развития выступил инициатором проведения по этому вопросу общественных обсуждений. Главная задача – это формирование цивилизованной модели потребления алкоголя в обществе, формирование культуры. Наша задача – собрать мнение общественности, обобщить их и на их основе принять решение, заявил заместитель губернатора Югры Павел Сидоров. Отмечается, что общественные обсуждения состоятся в регионе до конца августа. Пока же свое мнение по данному вопросу может выразить любой югорчанин, приняв участие в опросе, который проводится на портале «Открытый регион Югра».